Hi, с вами Берл, и сегодня мы будем открывать сундуки в Clash Royale. Это первое видео на моем канале по Clash Royale. Ну, я буду записывать видосы, ну, чисто в основном, открытие сундуков. Сейчас я открою 3 королевских сундука. Это сейчас аккаунт моего друга. Также магический. Я ему выбил. Ну, я открою на самом твинке и на основном. Ну, давайте приступим. Сначала бесплатно. Лагает. Ну ничего. Главное, что все видно. Ну, легендарки у нас, конечно же, нету с моим везением. Сейчас задонатим. Хочу карточку. Ну и открываем долготанный сундук. Мое сейчас желание, чтобы выпало в легендах. Ну, конечно, хочется, чтобы выпало на моем основном аккаунте. Ну и нам не выпало. Скриншот. Сейчас я зайду на свой другой аккаунт. Ну и мы продолжаем открывать сундуки. Сейчас я на своем веке нахожусь. Под конец мы откроем на основном аккаунте. Кстати, лагать меньше стало. О, эпическая пека. Но она у меня есть, как видите. Новая это не было написано, потому что я ее раздал. Такие вот обстоятельства. Что же нам выпадет? Уже эпики пошли. Пожалуйста, эпик. И это легенда? Ну, конечно. Легендарка прям нам всыпается. Блин, как же я хочу легенду. Кстати, я так низко на самом деле не сижу. У меня рекорд 1925, что я спускался. Сейчас мы зайдем в другой аккаунт. И мы продолжаем открывать сундук. Сейчас мы находимся на моем основном аккаунте. Откроем бесплатные сундучки. Здесь всего лишь один. Ну, была не была. Легенда выпадает 15. Что-то нам не кисло выпадает все. Нет, сейчас будет обычный. Как всегда, мне не везет. Кому выпадало с кланового сундука Лего, напишите в комментариях, мне будет очень интересно, кому выпало. Потому что мне ни хера ни разу не выпало. Даже когда он был большой, мне не выпадало. Ничего. Ладно, ребят, всем удачи, всем пока. С вами был Берут. И, кстати, видео с открытием клановых сундуков и разных других сундуков я буду выкладывать каждую неделю, получается. Ну, это интервал появления кланового сундука. Ладно, ребят, всем удачи, всем пока. Ставьте лайки.